Компания «АвтоСтронг» очень любит байкфесты. И сегодня у нас корпоратив на ХЗ-2019. И мы приехали не просто пожарить шашлыка. У нас очень много интересных спортивных конкурсов. Итак, начинаем. ХЗ-2019.
Как прошел день? Офигенно, насыщенно, обалденно. Я поднялся на 11 этаж по ящикам. Конкурсы офигенные, все обалденно. Как прошел день? Наверное, интереснее, чем в офисе. Определенно, плодотворно, весело. Короче, было все супер. Мы на характере, на жаре, но с задором и успехом. Второе почетное место, команда «Живые». Ну, ты не так показываешь. Второе место – «АвтоСтронг». А вот это человек, который занял в нашей «Спартакиаде» первое место. Встречаем Роман. Роман, как прошел день? Просто отлично. Все, «АвтоСтронг». «АвтоСтронг». Какой конкурс тебе больше всего не понравился? А я не участвовал. Ой. Ну пойдем. У нас очень популярный YouTube-канал, тебе люди узнавать будут. Хорошо, получишься, иди сюда. А вот это наша спортсменка-красавица. И команда заняла почетное 3-е место из 3. Как прошел день? Замечательно. Какой конкурс тебе больше всего не понравился? Пирамидки. Пирамидки. А это, что там это надо было делать? Интеллектуальный. А, какой конкурс тебе больше всего понравился? Понравился. Сейчас, подожди, я вспомню, какие были конкурсы. Пирамидки. Неважно, с лыжами, когда вот так вот переходили, да? Я понял. Какое вы место заняли в этом конкурсе? Третье. «АвтоСтронг». Команда какое место заняла? Второе. Что у тебя на майке нарисовано? Генераторы старца. Чем занимается компания «АвтоСтронг»? Продажи, разборки автозапчастей был из Европы. Походу, так можно вообще любые вопросы задавать, да? Да. Как это самое? Как день прошел? Отлично. Какой конкурс больше всего нравится? Понравился? Понравился. Пум-пум-пум-пум. Все. Пум-пум-пум-пум. Все, кроме одного. Тебе? Все, кроме одного. Какой не понравился? Перетягивание каната. Компания «АвтоСтронг» – это нереальная компания, в которой работают реальные люди. И сегодня мало того, что мы укрепили свое здоровье, мы еще укрепили свой дух. И сейчас нас ждет грандиозный концерт! Что ж, как обычно?